police in Georgia firing Russian involvement in the politics of the Парламент? Офигеть! Дело в том, что мы оказались в Тбилиси 8 августа, день конфликта с Россией, на главной протестной площади города. На самом деле, мы просто прошлись мимо всех по площади, и в дальнейшем никаких проблем в Грузии у нас не было. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Ни ты, ни я, никто на свете не бьет так сильно, как жизнь. Thank you.
Thank you.